Дорогие инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital, меня зовут Дарья, и сейчас вы увидите 122-й выпуск новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями была наполнена прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Струнный транспорт Skyway перешел из условного легкого веса в полусредний. Это не имеет никакого отношения к спорту, просто это наиболее яркое описание прошедших ходовых испытаний 14-местного юнибуса и усиления позиций Skyway в целом. Мы уже неоднократно рассуждали на тему космоса. На этот раз мы поговорим о том, насколько может сделать его ближе к нам разработка создателя струнного транспорта Skyway Анатолия Юницкого, которую он назвал просто «общепланетное транспортное средство». В эти дни в экотехнопарке стартовали приемочные испытания нового промышленного образца подвижного состава Skyway, который носит имя Unicar. Узнаем о его характеристиках и ходе этих испытаний непосредственно из самого сердца Skyway экотехнопарка. 21 и 22 июля 2018 года на берегу Балтийского моря в городе Таллин пройдет уникальное мероприятие – международный бизнес-тренинг для профессионалов и руководителей 3D-коучинг in business. Вы можете стать частью этого события и принять участие в интересном мероприятии. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. В своих недавних интервью нашей службе новостей Анатолий Юницкий рассказывал о своем видении развития проекта не только как ученый-изобретатель, но и как успешный предприниматель. Он также осветил ход строительных работ в экотехнопарке, прокомментировал подготовку к предстоящему Экофесту 2018, поведал о разработке новых транспортных комплексов и модернизации существующих трасс. В том числе Анатолий Эдуардович в подробностях остановился на проводившихся в то время работах по усилению полужесткого участка легкой городской транспортной системы, финальный этап строительства которой был завершен еще в марте 2017 года. На данный момент эти работы успешно завершены, и на участке начались ходовые испытания 14-местного юнибуса, который до этого уже был обкатан на жесткой и провисающих линиях. Видеоотчет о данных испытаниях вы по традиции легко найдете на нашем сайте. Космос – это не только гигантские безжизненные просторы, это еще и бесконечный источник энергии и редких ресурсов. Сегодня даже просто попасть в космос – серьезная задача, не говоря уже о его промышленном освоении. Тем не менее, у Анатолия Юницкого есть свое решение этой перспективной задачи – общепланетное транспортное средство. Общепланетное транспортное средство – это геокосмический транспортно-инфраструктурный комплекс многоразового использования для безракетного освоения ближнего космоса. С его помощью на орбиту можно будет выводить целые заводы, что в конечном итоге спасет природу Земли от экологической катастрофы. Оценить его перспективность, увидеть его визуализацию и масштаб, а также узнать более подробно о том, что такое общепланетное транспортное средство из первых уст, вы можете уже сейчас на нашем сайте. В экотехнопарке стартовали приемочные испытания нового промышленного образца подвижного состава Skyway Unicar. Известно, что основные расходы на перемещение – это расходы энергии и топлива, а следовательно, себестоимость проезда в Unicar может быть намного ниже, чем на других видах общественного транспорта. Среди прочих инновационных решений – наличие 4 осей, то есть 8 колес на 3 секции, в отличие от классических компоновочных схем, которые обычно предусматривают 6-12 соответственно. Это обеспечивает конструкции меньшую материалоемкость и больше комфорт силу снижения неподрессоренной массы транспортного средства. Уважаемые лидеры, кураторы и партнеры Skyway Capital, мы приглашаем вас принять участие в бизнес-тренинге 3D-коучинг in business, который состоится 21 и 22 июля на берегу Балтийского моря в столице Эстонии, городе Таллин. За два дня мероприятия вы увидите, как адаптировать и применять систему лидерства и управления 3D-коучинг в структуре вашего бизнеса, а также, что блокирует ваше эффективное лидерство и управление. Кроме уникальных и ценных знаний, на мероприятии вас ждет и комфортная обстановка. Проживание в отеле уровня 5 звезд, питание по системе «Все включено», прекрасный отдых на берегу Балтийского моря и в спа-комплексе отеля. В качестве подарка всем гостям от лидеров Эстонии 20 июля 2018 года с 18 до 21.00 будет организована городская обзорная экскурсия по Таллину на английском и русском языках. Узнать подробную информацию о международном бизнес-тренинге в Таллине, стать участником этого уникального мероприятия и оплатить свое участие вы можете в личном кабинете партнеров Skyway Capital на странице мероприятия.
Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на нас в социальных сетях и помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.